Красота. Всем доброе утро. Ночью бушевал ураган, ветер сносил все на своем пути. А днем хорошо. Наблюдаем за моей клиенткой. Она на солнышке греется. Сколько у нее цветов, как они не улетели. Она, наверное, проверяет, улетели они или не улетели. У нее на такой вид на море. Хотя я же у нее была в гостях. И вы со мной, кстати, были. Слышите, чайки? Чайки, не кричите, не кричите, не кричите, сердцу больно. Сейчас прогуляемся тут немножечко с Чарли. И пойдем на работку. На улице, кстати, очень тепло, несмотря на меня, что я укулюченная. Ну, раз укулючилась с утра, вот, видите, все равно такие есть порывы ветра. Не буду же я раздеваться в машине. Я там рядом ее, кстати, опарковала. Утром везде места много для парковки. Все на работу ехали. И поэтому не стала раскулючиваться. А так, в принципе, в машине показывалось 16 градусов. А это еще 10 нет. То есть прогреется до 19, до 20 точно. 10 corazón que nunca tarde. Ой, как-то я не люблю. Я знаю, что, допустим, до пятницы будет все спокойно. Ну, так, знаете, без нервов. Там мои клиенточки, ля-ля, тополя. Что после обеда не работаю. Вот это вот рутина каждую неделю. Прям хоть как-то, не знаю, отпуск, что ли, я хочу. Отпуск хочу. Отпуск хочу я в отпуск. В отпуск хочу. Оливки. Вот фикусы растут какие. А это оливковое дерево. Ну что вы плачете? Чарли моего ждете? Во, блин, батарейка садится. Ну пипец. Как я вышла. Я хотела потом в Лидл, мне за хлебом нужно съездить. Я хлеб черный ем только с Лидл. А мне его беру там килограммовый он. И на месяц хватает его в холодильнике. Храню. И ничего ему по кусочку не беру. В принципе, могу и без хлеба, но с хлебом как-то вкуснее. Вот 2-3 дня-то я ж питалась без хлеба, ничего, было нормально. В общем, за хлебушком надо съездить. А еще у нас пульт не потерялся, он не сломался, он распрограммировался. И нужно, знаете, что сделать? Купить такой же Валькампу, запрограммировать мой пульт и отнести обратно. Сказать, что он не годится. Зачем мне два пульта одинаковых, правильно? Мне просто нужна там бумажка, я ее выбросила, как программировать пульт. Они там хорошо запечатаны, поэтому только купить, а потом вернуть. Да, я так делаю, а что делать? Не выбрасывать же деньги на ветер. Такие вот дела. Ладно, пойду работать. Кстати, вот так я сегодня выгляжу. Это моя джинсовка такая. Она тут со смехом. И мои новые кроссовочки. Такая вот красивая. Сейчас сниму, будет красиво. Сниму, вот это все будет лучше видно. А это вот такая я. А я такая красивая сегодня. А я такая. Классный, правда? Удобные, скрипучие. Потолок ледяной. Дверь скрипучая. В общем, очень удобные, очень легкие. И вообще суперские. Очень рада. И под платье подходит просто шикардос. Под платье, под юбки. В общем, красавицы неимоверные. Сейчас чуть-чуть уложу вот эту сторону, а то как-то приплюснуто вот так. И будет все замечательно. Представляете, ехала домой и мимо рынка. Увидела, что рынок был. Вот, поэтому заехала на рынок так посмотреть. Он у нас там, где работаю в деревне, он маленький рынок. Вот, поэтому там всего три отдела. Где овощи, фрукты продают.
У нас на рынке в основном, знаете, овощи, фрукты продают цыганы. Да вообще на рынке продают одни цыгане все. Ну, не такие цыгане, как вот наши русские, я уже рассказывала, здесь цыганы совсем другие. Вот, они работают, вот, все учатся, в общем, у них квартиры, подворовывают. И тоже, а как без этого? Вот, и купила авокадо себе вот такие, они, конечно, зеленые-зеленые. Были по эти авокадо по 2,50 килограмм. Это по 3 были евро тоже килограмм. Ну, я самый дешевый нашла. В магазине я даже что-то не знаю. Ну, может, на евро подешевле, подороже. Я сейчас чихну. Пылище везде летает. Нос так и чешется. Ой. Вот такие штуки взяла. У мужа постоянно что-то растягивается. Вот я ему в Лидле уже взяла вот такие штуки. Наклеиваю хлебцы на перекус. Я уже один съела с сыром и альбака. Альбака. Зелень, травка такая вот такая. Чай с имбирем и с апельсином. Очень вкусный, кстати, в Лидле беру. Голубой сыр с плесенью. Сделать хочу с коровьей. Я не люблю. Да что ж такое-то? Я не люблю козий сыр вообще. Я сыры вообще не очень люблю, поэтому я хочу сделать в соусе соус из этого сыра и грудку там. Грудку, в общем, в соусе Cordon Bleu. Как, нет. Как она называется-то? Следите и все увидите. Да что ж такое-то? Хлеб черный. Это две булочки мужу. Взяла вот такие, они уже просрачиваются, их надо кушать уже. Типа пельмени с креветками. Панцеротти. Итальяно. Панцеротти итальяно. Вот. Ну, типа пельмени с рыбой. Я раньше, помню, в России очень любила, мне нравились. Аквариус взяла попить. И орешки. Такие вот вкусняшки. Сейчас буду разогревать. Ой, тут там клиентка какая-нибудь, 100%. Буду разогревать себе. У меня мясо там же оставалось. Сейчас мясо разогрею. Рис есть, поэтому и поем. Машинка, как всегда, стирается. У меня вчера от счастья Чарли чуть-чуть секанул. А я, знаете, какая? У меня может тут пыль быть. Может там вот такие, например, плед лежать вот так, да? Но я вообще не переношу никакие плохие запахи. Если мне чем-то плохо пахнет, все, я не могу. Или даже вот вчера он брызнул немножко. У него такая, это, он от счастья у меня упускает немножко. И вот когда мы вчера приехали, нас же долго не было. И он от счастья вот так у меня упустил. И я, не дожидаясь запаха, все в стирку. Ну, естественно, это естественно в стирку. Ну, вообще запахи не переношу. Вот да, плохие запахи, вот я прям... И все, мне сразу надо стирать. У меня одежда должна все пахнуть. Одежда, человек, все должно пахнуть хорошо. Иначе меня я неудобно себя чувствую. Запахом вот прям реагирую. Очень сильно. Почесаться любит. Почесаться, почесаться. Почесаться. Ладно, пошла я кушать. Хлебец съела, и все, аппетит пропал. Ну ничего, мы его догоним. Что, друзья, иду немножко тут поубиралась, теперь иду на это, на прогулочку. Это, знаете, мой наряд из, и в общем, анекдот есть такой: мам, ну что они меня все лохом называют? Да какой ты лох, заправь пиджачок в штанишки и иди гуляй. Так и я. Какой я лох? Заправила все в штанишки и пойду сейчас гулять в пижаме. А что?
Ну а чё? Просто у нас так тепло на улице, но так ветрено, что я одену вот эту куртку. Она у меня непродуваемая. Ну а там же я же ее не надену на голое тело. Поэтому я одену. Кстати, она у меня вся грязная. Знаете, я ее стирала буквально, одела два раза. Но дело в том, что у нас там, где хожу, машины ездят. И Чарли на руки беру. А у нее уж лапы грязные от пыли. Поэтому она у меня вся в пылище. И опять стирать надо. Пипец. Ой, я так штанам своим рядом. Только, знаете, у них одна штанина вот так как-то туда. Туда. После стирки куда-то туда. Я не чувствую, мне чуть-чуть большеваты, но они, значит, то очень удобные и теплые. Гулять пойдем? Или как? Там у нас ветриган, ураган. Снесет все нафиг. Ну ничего. Гулять-то надо. Не все ему дома. Ему скучно сидеть со мной. Поэтому мы сейчас пойдем прогуляемся. Камеру не буду. Ой, сережки надо одеть, а то дырки зарастут. Вот эти вот сережки сняла простые. Надо одеть какие-нибудь там. Надо сейчас одеть. А то я, знаете как, туда-сюда и забуду все. У меня же память-то девичья. Так. Что бы мне такое одеть? Опять вот эти. Вот эти мне уже надоели, если честно. Ну, блин, а более таких как бы простенько, но со вкусом. Золотые не хочется одевать. Ах, как хочется быть. Такие вот у меня еще есть. Вот такие. Вот такие, может быть, одеть. Наверное, один вот такие. Да, если тут найти. Ну, тут просто такой бардак. Вот это вот у меня тут все серебро. А, вот она. Вторая сережечка. А затычечку приходится брать у других, потому что, как всегда, они потерялись. Ладно, одену сережки и пойдем гулять. Мы уже пришли, я сейчас помою клубничку, покушаю. Тут, смотрите, я ее как вчера купила, еще даже не дотронулась до нее, мне некогда ее есть. А еще я тут банан съела. И говорят, что шкурка банановая, чтобы вот если ее замочить, то очень полезно для цветов. Вот она мне тут лежит, киснет. Сейчас пойду цветочки полью, чтобы они у меня росли, которые на улице. Потому что от такого ветра они бедные, у них там совсем стресс. Стресс весь, у них там стресс там. Ветер, ветер, ты могуч. Задолбалась, если честно, уже этот ветер. Ураган. Когда он закончится. Он на пятницу вообще дождь передает. Шикардос. Зима. Вот такая вот у нас зима. Зима, холода. Одинокие дома, моря, города. Все как будто изо льда. Но скоро весна, снег растает, и тогда. Так что вот так. Будем на морешке купаться тогда. Зима, 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 холода, холода. Зима, 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 ты один, я одна. Вот ее положу и помою. Выбираю самую спелую, чтобы потом остальное. Боже, она так пахнет обалденно. Это просто что-то. Ящик. Тебе и ящик этот положу. Вот так помою ее. И ням-ням. Слышите, какой ветрован? Ну, вообще какой. Меня чуть там не снесло с Чарликом, моей лапочкой. Но гулять надо, иначе дому я не могу. Я не могу сидеть целыми днями дома, мне скучно. Мне нужно, я не домашний человек. Я люблю посидеть с чашечкой чаю, ну, вечером, знаете, когда уже темно. Вот ночью, да, меня никуда не вытащишь, я не ночной человек. Когда солнце садится, все, мне надо дома быть. Чашкой чая, теплой, с планшетом в руках, YouTube смотреть или там сериальчик какой. А вот эти вот всякие дискотеки, тусовки, все это, конечно, было, когда было 18, даже 20, даже 24. А сейчас уже, может быть, наступит другой этап в моей жизни, когда мне будет, ох, как охота на дискотеки.
Но пока нет. Такие вот дела. Будем у нас перекус клубничкой. Сейчас поедем по Алькампу за это. Господи, что ж я не сориентируюсь. Мысли в одном месте, говорю другое. В общем, манду. Пульт менять. И заодно заеду в Меркадону. У меня, знаете, салата ни одного листочка нету. Там мне салат нравится, но я вам покажу, который куплю. Вот, сейчас я быстренько одену. В пижаме поеду, куртку сверху одену. И штаны какие-нибудь получше, и кроссовки. Вот. Потому что, как бы, я планшет мужу не хочу давать. Потому что он у него постоянно пульт падает. Постоянно. Если, ну, у меня на планшете пульт просто есть. А на телефон не могу скачать никакую... приложение почему-то не скачивается, а на планшете был. И поэтому он, дай мне типа планшет. Я говорю, нифига. Ты, говорю, мне его угробишь. Лучше вон пульт за 10 евро купить, чем планшет. И вот я ему пультом работаю. Он мне, поставь эту программу, поставь ту программу. Я уже задолбался, если честно, целыми вечерами пультом работать. И знаете, что я вспоминаю, когда были раньше телевизоры, без пульта, и самый младший бегал переключать программу. И я вот себя им чувствую на месте этого младшего ребенка, который постоянно, я там лежу, допустим, смотрю в что-нибудь, и он, поставь мне эту программу. Блин, так и хочется сказать, смотри ты уже эти свои новости. Вот, а планшет не дам, угробит нафиг. В общем, пойду переодеваться и менять пульт. Даже не менять, там аферу делать. Та-дам! В принципе, мне от этого пульта или пульта нужна только инструкция. Поэтому я сейчас вот так аккуратненько отрежу, прочитаю, как его запрограммировать. И опять положу пульт и отнесу его завтра опять в Алькампу. Потому что, ну зачем мне два пульта? Он нормальный, он просто распрограммировался. Поэтому, а видите, здесь нет инструкции. Я смотрела, хотела почитать. Ну, к сожалению, нет. Ну, ничего страшного. И салат я не купила, не было, представляете, как все с голодной стороны. Огурец купила. И имбирь, чай, имбирь, имбирный пить. Он, как это называется его, природный антибиотик. Я не болею, ну, так, чтобы уж точно не заболеть, как говорится. Ой, вот такие вот у нас делишки. Буду раздеваться, пойду чай себе сделаю имбирный и программировать пульт. С вами буду прощаться до завтрашнего дня, потому что уже, ну, что, интересно, разве как программирую пульт? Нет, конечно. Всего вам самого наилучшего и всем пока-пока, до завтра!